Как всегда будут красивые номера, чествование наших детей, которые в течение года участвовали в конкурсах и заняли призовые места на уровне города, республики и даже России. И мы именно в этот день говорим огромное спасибо и благодарим наших благотворителей и меценатов, которые в течение года помогали разнообразить и улучшить жизнь наших детей.